Здравствуйте, Александр. Это Владимир Владимирович Путин. Мой секретарь сообщил мне, что именно у вас сегодня день рождения. По такому поводу хотелось бы искренне пожелать вам в этот день от себя и от всего нашего великого народа, чтобы все задуманное вами свершилось. Чтобы вас ценили и уважали везде, где бы вы ни находились. Пусть счастье всегда улыбается вам и вашим близким. Крепкого вам здоровья и достойного вознаграждения за труд. И, конечно же, удачи. Она тоже всем нам порой необходима. С днем рождения!